поучаствовать в парламентских выборах, примерить кресло мэра и поговорить по душам с городскими депутатами. Это все происходило на 3-м детско-юношеском форуме М18. Оттуда вернулась моя коллега Инесса Занина. На сцене депутаты Киевсовета и старшеклассники, потенциальные члены детского совещательного совета. За создание такого органа проголосовало 93 депутата столицы. Цель – воплощать проекты, предложенные подрастающим поколением. Такой опыт уже есть. В прошлом году на М18 были представлены проекты от каждого района и выиграл Днепровский район с проектом «Без границ». Там будет создано пространство для детей с инвалидностью. Впевнений в тому, що вони найбільше мотивовані. Уверен в том, что дети, а теперь уже коллеги, наиболее мотивированы сделать лучшим наше будущее. Они знают, что оно создается уже сегодня, и они могут влиять на эти процессы. Все это происходит на 3-м ежегодном форуме М18, лозунг которого «Мы можем больше». Молодежь до 18 лет учится управлять столицей и даже государством. Например, участвуют в выборах, голосуют не за политсилу, а за понравившуюся программу. 13-летний Григорий знает, кому отдаст свой голос. И я собираюсь проголосовать за того, кто будет обращать внимание больше на экологический город, чтобы он было меньше машин, чтобы меньше загрязнений было. Завтра они придут на избирательные участки и будут выбирать власть. И мы не будем снова слышать, что наш парламент такой-сякой, наши местные органы такие-сякие. А кто их выбирал? Мы. И дети должны понимать ценность своего голоса, что именно они могут формировать то будущее страны, то правительство, те исполнительные органы, которые выбирает народ. На форуме работают десятки локаций, проходят дискуссии о свободе слова и выбора, а также обсуждают возможности, которые открывают перед молодежью общественные организации. Инесса Занина, Александр Бугай, UATV.